как есть бананы, чтобы они не забивали. Вот так, с клетчаткой, например, морковный десертик. Морковно-банановый салатик на утро. И так вот банан будет нормально, не будет забивать кишечник. Подсластитель можно добавить, сироп топинамбура, например, посыпать корицей. Или жидким медом, или так, просто вот прям. Можно маслицем чуть-чуть залить, можно без. Такой смысл, что банан с клетчаткой употребляется, например, с морковной.